Новый сайт правительства области будет доступен для работы со всех мобильных устройств. Модернизированный портал теперь включает в себя несколько информационных окон о деятельности губернатора и всего аппарата чиновников. Помимо размещавшейся на прежнем сайте информации, появится новинка – раздел «Открытые данные». Здесь располагаются документы и отчеты о деятельности областных ведомств. Также появится возможность обратиться к федеральному правительству. По словам специалистов, на портале предусмотрена и обратная связь пользователей с представителями всех ведомств области, а также обширно представлена справочная информация. Новый портал в полную силу заработает 5 марта. Действующий портал с технологической точки зрения устарел еще несколько лет назад. Фактически он поддерживался комитетом в ручном режиме. Последнее обновление у нас было в 2007 году. Именно технологическая составляющая.